хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо. Боже. А что ты так испугалась, красавица? Нет, я не испугалась. Ты не видишь, что я торможу свое авто у твоих ног? Да что ж вы тормозите? Всегда мужчины, самый неподходящий момент. Да ты что, не видишь, что я таю от любви, а? Боже, хлопцы, вы что? Радость вы моя. Что? Как снежинка на ладони. Может, у вас температура, а? Какая температура? Это же любовь. Это любовь. Мама! Что без денег? Мама! Что вы робите, хлопцы? Боже, мама! Да что ж это робится? Разврат на Малиновского. Боже. Так, от кем ты стала, да? А девочка созрела, да? Мама. Де гамаші? Де гамаші? Ты что такое говорите? Что ты мелешь, что ты стоишь сейчас на Малиновского при людях? Мамі, немає времени, когда лишний раз ножки выпить. А вона тут юбку задирает. Мама, перестань ты. Мама не перестане. Ты пішла по наклонной, Дося, ты пішла по наклонной. Я ж тебе сколько раз объясняла. Торговать надо елками. А не тем, что ты робишь сейчас. Да. Так, быстро домой. Сейчас подготовься, я тебе сейчас устрою. Я тебе сейчас устрою, готов гречку, я сегодня тебя посажу. Я тебя научу полить информацию. Давай, быстренько. Кругом. Не пускай мне нюни. А теперь ты, Шарапа, вот сейчас мы с тобой поговорим. Ты что с моей дочкой делала, а? Ты что с моей дочкой делала? Ах, ты ж кобылина позорна. Ты что с ней делала? Мы просто прижимались. 15 человек прижимали одну мою Галю. А что? А что? А дело молодое. Дело молодое, тело молодое. Молодой, это я поняла. Так это же любовь. Да, любовь, да я тебе глаза поцарапаю. Если любовь, так в ЗАГС идут, они зажимают 15 человек одну мою Галю в антисанитарных условиях. А мы в ЗАГСе шли. Ах, вы в ЗАГСе шли, а я еще не решила, хотим ли мы, чтобы ты туда, в этот ЗАГС, шел. Девочки, милиция маньяка поймала. Маньяка. Маньяка. Дура. Маньяка. Да я догонюсь, не помилую. Откройте мне эту... Сейчас залезу. Машина, я же тебя маньяка поймала. Стоять. Стоять. Стоп. А ну шляпу сними. Я шляпу сними. Хорошенький. Слушай, это не случайно не ты хотел у моей Гальки елку купить новогоднюю? Вот я. Так ты думаешь, если ты богатый бизнесмен, так ты можешь на мою Галю залезть, как в эту машину, и говорить, давай, вези меня. Так, я сейчас тебе устрою. Я сейчас буду бить твою машину, бить ее и плевать не, ее. Не надо бить машину! Буду. Не надо бить машину! Да, я буду бить тебя. Сейчас я тебе буду бить. Сейчас за тебя стоять. Не уйдешь, подорок. Спасите. Не надо бить машину, она не виновата. Так виновата. Кто виновата? Никто не виноват. Я не виноват. Галя не виноват. Никто не виноват. Никто. Любовь у нас. Любовь. Ах, любовь? Да, до гроба. А скажи, а деньги у тебя на свадьбу есть? А то. Что а то? Я же бизнесмен. Ну? И чё? Что у меня есть на свадьбу? Деньги есть. Так, все будет. А когда сваты будут тогда, а? Хоть завтра. Слушай, а ты случайно мне не брешешь? Да чтоб мне пусто стало, клянусь, чтоб мне век гривну по поганому курсу менять. Все. О. Все, мама. О. За мной как о. За... Как за... Вот сейчас про гривну верю. Я как бизнесмен тебя тоже понимаю. Так, слушай, мне надо выйти с этой машины. Ой, слушай, такая машина смешная, без крыши. Когда... Ну вот, выходите, мама. Ой, глянь, я в просок, попал в просок, не могу. Подожди, как мне выйти? Давайте я вам отгружу, давайте, мама. Ой, давайте. Ой, мужчина так меня схватил. Первый раз за последний... 15 лет. Ну что, сынок, я пошла? Слушай, дай я тебя напоследок поцелую, чтобы узнала я, что ж моей дочери достало за счастье. А я не знала, что любовь может быть жестокой, а сердце, ой, господи, боже мой, заборилось, таким одиноким. Я скушаю сейчас шоколадку. Леша! Лешечка! Боже мой, какая встреча родственничка! Сюда, быстренько, два шага вперед. Лешенька, что ж так поступает? Вот, свеженький, выспался. Конференция это бизнес. Да, бизнес, у тебя. Слушай, под разговорчики встрою, секундочку. Леша, что ж так поступаешь некрасиво? Ну, хиба ж красивые мальчики так себя ведут некрасиво. Ты же хочешь оскорбить мою дочь Галю невинно. Ты хочешь меня опустить как женщину, в смысле, жену прапорщика. Что ж ты? Я ж думала, ты серьезными намерениями сумки собрала, майонез, шубу сделала. Где ты есть?
Я тут. Конференция же у меня, это бизнес. Леша, никаких конференций сегодня, потому что конференция у нас сегодня на Малиновского, 14, квартира 15. А что случилось? Ой, аж неудобно говорить. Да ладно. День рождения у меня сегодня. А что, а сколько же вам стукнуло? 26. Как вы на себя наговариваете? Ой, Леша, Лешечка, будут только свои, не стесняйтесь. Мои ребята, это самое, будет Людка за зеркало, будет Тонька Ширинка, все будут наши, отдохнем, посидим, выпьем рюмочку. Если только Тонька Ширинка, а у меня же конференция. Слушай, или ты передумал, а? А ну возьми шоколадку, подержи. Если ты передумал, я ж могу напомнить. Ты знаешь, что можно тетю Свету опустить, она встанет, выплюнет снег и возьмет за горло. Так, а, так и что? Я же никому... Так, все, слушай, ну команду! Так, Маппет Шоу, забрали сумочки, быстренько. Давай, давай, гном, давай. Ой, господи. Это не гном, это друг. Это друг, гном у нас тоже друг бывает. Так, сейчас где-то в этом районе, наша улица Малиновского, 14. Я что, может, там на троещине, не-не-не. Вот сюда, мальчики, вот сюда. Я же 4 часа хожу вокруг дома, все дома одинаковые. Мэр покрасил новые дома.